озвучено студией Black Street Records. Релиз подготовлен при участии переулка Переводмана. Да, вам. Да. Но... Нет, мам. Да, очень хорошо. Синий прекрасно подойдет. Прекрасно. Нет. Но не волнуйся, мам. Ладно, все, вешаю трубку. Я на работе. Нет, это IT-фирма, ты же знаешь. Так и есть, да. Целую тебя. Передавай привет папе. Я не хочу больше приходить. Меня не устраивает, как все проходит. Я не вижу, куда мы идем. Когда я ухожу, не чувствую себя лучше. Кстати, мы так и не разобрались с этим сном. Он продолжает мне сниться снова и снова. И вы? Вы ни черта мне не говорите, что он значит. Слава богу, есть спортзал. После нашего сеанса спортзал возвращает меня к жизни. Там я выкладываюсь на все 100. Я концентрируюсь на своем теле. Только там я делаю что-то полезное для себя. Я потею, я изматываю себя. Но я продолжаю и продолжаю. О, Эстебан! Почему ты еще здесь? Уже 7 вечера. Хочешь выпить с нами? Нет, ребят. Надо позвонить клиенту. Увидимся позже. Прошлой ночью я видел этот сон. Снова. С небольшими вариациями. Это всегда одна и та же история. Я неуклюже приду. Ужасно тяжело двигаться. Я вижу, как на меня задним ходом едет грузовик. Он накрывает меня, как волна, с ёбаным скрипящим звуком. И за секунду до столкновения он растворяется. Я тону. Это так глупо. Потому что я видел этот сон сотню раз, и каждый раз я застываю на месте. Я не могу уйти с дороги. Вообще говоря, у меня впечатление, что я контролирую свою жизнь. На работе. Я отлично справляюсь. Когда начальник рассчитывает на меня, я все выполняю. Я создаю приложения, разрабатываю дизайн, пишу программы. Я работаю напрямую с клиентами. На мне держится компания. Ну хорошо. Иногда мой начальник перебарщивает. И когда я прихожу домой, я измотан. И если нет этого гребаного кошмара, этот стресс, который мешает мне уснуть, я просыпаюсь с болью в шее. Я стискиваю зубы. Это отстойно. Отстойно. Но в любом случае, я не собираюсь там оставаться. Я хочу основать собственную компанию. Быть самому себе начальником. Тогда у меня будет больше свободного времени. Для своих дел. Для хобби. Может, я даже попытаюсь завести семью. Это может быть приятно. Моя мама недавно доставала меня по телефону. Это всегда из-за каких-то глупостей. Она бесит меня. И мой отец. О нем говорить бесполезно. Когда раньше он говорил со мной, это всегда было что-то вроде... Время ужина! Давай есть! Да. Папа собирается поработать. Даже когда он был рядом,
На самом деле он всегда был далеко. Документы Бартали. Удачи! Нет! Я не злюсь на тебя, мам! Все хорошо! Нет, не плачь, мама, пожалуйста! Хватит, хватит! Прекрати плакать! Несмотря ни на что, каждый из нас одинок в жизни. Никаких неожиданностей. Что бы я ни делал, ничего не меняется. И мне кажется, что я следую по дороге в никуда. Я пробовал разное, но не важно, что я делаю. Я не вижу изменений. Не вижу изменений. Это сводит меня с ума. Я боюсь. Боюсь снова сорваться. Боюсь, что он захватит меня. Я постоянно о нем думаю. Дома, на работе, везде. Если бы я мог вернуться на 15 лет назад, дать себе пощечину и принять ситуацию, как она есть, мне бы не пришлось ехать во Францию, в этот ёбаный город с его дерьмовой погодой и всеми его неудачниками, которые проводят время за коктейлями, пытаясь убедить себя, что они счастливы. Чёрт! Что за идиотка? Не продолжим же. Вы в порядке? Эстебан. Перевел Николай Исаков. Роли озвучили Виталий Захаров, Даша Иоверка и Евгений Фетчев. Работа со звуком — Евгений Фетчев. This gift will fall right in your